Привет, друзья! Опубликованы кадры подготовки к вылету российского самолета МиГ-31БМ, вооруженного ракетами Р-33 класса воздух-воздух. Ракета Р-33 принята на вооружение в 1981 году в ответ на появление в США ракет AM-54 «Феникс», используемых самолетами F-14. В отличие от американских ракет, стоимостью около миллиона долларов, российская ракета получилась более дешевой и используется до сих пор. Ракета предназначена для перехвата воздушных целей на расстоянии до 160 км и высотах от 25 метров до 28 км. Ракета Р-33 имеет инерциальное управление и полуактивное радиолокационное самонаведение на конечном участке полета. На МиГ-31 установлена бортовая РЛС с базированной антенной-решеткой, способная одновременно наводить 4 такие ракеты на 4 цели. 28 августа 1978 года впервые в мире состоялся летный эксперимент с 4 ракетами Р-33. Самолет МиГ-31 с системой управления вооружением «Заслон» поразил одновременно 4 цели этими ракетами. Вес ракеты – 490 кг, вес боевой части – 49 кг. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.